С вами Николай Пивненко в проекте «Дата». Сегодня 28 мая, день пограничника. В СССР отмечался с 1980 года в годовщину принятия в 1918 году декрета об учреждении пограничной охраны. В постсоветской России день пограничника подтвержден указом президента от 1994 года. А еще в мире сегодня отмечают День брюнеток. К сожалению, нет данных и о том, кто и когда учредил этот праздник и почему именно в этот день. Однако есть мнение, что возник он как ответ Дню блондинок, о котором мы поговорим 31 мая. Он отмечается с 2006 года. Родившихся в 1803 году в этот мир приходит Проспер Мериме, французский писатель. Исследователи творчества писателя предполагают, что свою знаменитую новеллу «Кармен» он написал под влиянием пушкинских цыган. В 1849 году писатель всерьез взялся за изучение русского языка, а затем в его переводе вышли такие произведения русских классиков, как «Ревизор» Гоголя, «Странная история и призраки» Тургенева, «Выстрел» и «Пиковая дама» Пушкина. Мериме говорил о себе, что он верный пушкинский вассал. В 1886 году рождается русский поэт Владислав Ходосевич. В 1922 году через Берлин отправляется в Париж, где и остается до последнего дня жизни. Он, собственно говоря, не входил ни в какую бы то ни было поэтическую группировку. При этом, безусловно, Ходосевич имеет в поэтической российской антологии свое собственное место. Что жизнь, театр, игра страстей, брецание шпаг на перекрестках, миганье ламп, игра теней, игра огней на тусклых блестках. 28 мая 1968 года родилась популярная австралийская поп-певица, автор песен и актриса Кайли Минок. На Западе из-за миниатюрности она получила звездное прозвище «Поющая канарейка». Девушка, что называется, из низов, она добилась всеобщего признания благодаря нечеловеческому упорству и фантастической продуктивности, которая позволила ей стать важнейшим поставщиком популярных шлягеров в чарты различных стран. Говорят, в этом ей еще помог образ девочки-подростка в начале, так скажем, славных музыкальных дел. О событиях этого дня. 1742 год. В Лондоне сооружен первый крытый плавательный бассейн. Предполагалось, что всего за одну гинею, джентльмены, и только они, ибо для женщин вход в бассейн был запрещен, могли насладиться чистым и теплым бассейном длиной около 12 метров. В качестве дополнительной услуги смотрители бассейна обучали плаванию всех желающих. В 1812 году был подписан так называемый Бухарестский мирный договор, который завершил русско-турецкую войну. Она, в свою очередь, началась в 1806. Подписанию договора предшествовали переговоры. Они начинались по просьбе великого визиря после того, как русские войска под командованием Кутузова разгромили 60-тысячную армию турок на левом берегу Дуная в районе Слобода-Дзеи. Руководил переговорами Кутузов. Заключенный договор состоял из 16 гласных и двух секретных статей, как это часто бывает. 1871 год. Разгромлена Парижская коммуна. В ходе боев и казней погибли 25 тысяч коммунаров. Около 40 тысяч брошены в тюрьмы или высланы на каторжные работы в Новую Каледонию и в Алжир. В этот же день, в 1905 году, русский флот потерпел катастрофическое поражение в Корейском проливе у острова Цусима. 120 японских кораблей против наших 30. Несмотря на героизм русских моряков, которые прошли перед боем 3000 километров от Кронштадта до Цусимы и сразу вступили в сражение, потери были невероятными. Почти треть полегла, 19 кораблей потоплены. Русский флот остался без командования уже в первые часы боя. Вице-адмирал Рождественский, получивший тяжелое ранение, попал в плен вместе со своим штабом. 1928 год. Из Москвы в Алма-Ату высылается Лев Троцкий, а в столицу из Италии после разлуки с родиной из-за разногласий с большевиками возвращается Максим Горький. Надежда Шер писала: «Был весенний солнечный день, к площади Белорусского вокзала
По всем прилегающим к ней улицам и переулкам шли люди. Они несли яркие флаги, знамена, синие, красные, желтые, воздушные шары, букетики первых полевых цветов. Гудела толпа, звенели песни. Широко распахнулись окна домов. На балконах повсюду стояли празднично одетые люди. А на перроне вокзала в почетном карауле вытянулись ряды красноармейцев, отряды пионеров. Шли делегации рабочих, писателей, ученых. Пролетарский писатель остался очень доволен приемом. 1957 год. В США основана Национальная академия грамзаписи, которая вручает самые престижные награды в мире музыки – призы Грэмми. В 1958 году Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза отменил собственное постановление от 10 февраля 1948 года, в котором Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, Шибалин и другие композиторы обвинялись в том, что разрабатывали антинародное формалистическое направление в музыке. Они были реабилитированы сами и реабилитирована их музыка, а именно оперы «Большая дружба», «Богдан Хмельницкий», «От всего сердца» и многие другие. Ну и последнее событие, которое в свое время наделало много шума. 1987 год. Москва, Красная площадь. Прямо здесь приземлился спортивный самолет некоего Матиаса Руста. Утром немецкий авиатор-любитель взлетел на моноплане Cessna 172R с аэродрома возле Хельсинки, на котором за сутки до этого он прилетел из Гамбурга. Ну, видимо, любил летать. В полетных документах конечной точкой маршрута значился Стокгольм. Руста в итоге поймали на Красной площади, обвинили и признали виновным в нарушении правил международных полетов, незаконном пересечении советской границы, а также просто в злостном хулиганстве. Ну, по-советски так. Судья приговорил 19-летнего Матиаса к 4 годам исправительно-трудовых колоний. Наших родных, советский, на дворе-то 1987 год. Но потом отношения теплеют, прежде всего между Рейганом и Горбачевым, и Руста освобождают в знак доброй воли после целых 14 месяцев заключения. Зато юноше удалось поменять всю военную верхушку СССР, вплоть до министра обороны Соколова, который, впрочем, успел забрать меня в армию в том же 1987 году. Как говорится, пути Господни неисповедимы. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».